Apprenons le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Apprenons le cha-cha-cha. Варадеро – самый известный курортный город Кубы. Он находится на полуострове Икакос и омывается водами Атлантического океана. Город-картинка, город-развлечение, город вечного солнца и бесконечного праздника. Здесь все для туристов и только для них. Роскошные отели и бюджетные гостиницы, бесчисленное количество ресторанчиков и ночных клубов, дайвинг-центры, чистейший бирюзовый океан и километры бесконечных пляжей. Красивая реклама, да? А теперь обо всем по порядку. Самый простой способ разведать обстановку в Варадеро – туристический двухэтажный автобус. Первый маршрут начинается в 9 утра, последний заканчивается в 6 вечера. Проезжает мимо всех отелей. Проездной на сутки стоит $5 с человека. Можно кататься целый день, выходить, снова заходить, устроить себе такую импровизированную обзорную экскурсию по городу. Более экзотичный вариант – поймать на выходе из отеля ретро-автомобиль и прокатиться с ветерком, представляя себя американским бизнесменом прошлого века или гангстером времен Аль Капоне. Для ленивых тут же возле отеля взять такси. Цена варьируется в зависимости от расстояния до центра города. Не бюджетно, зато быстро. А мы тем временем уже вылезаем из автомобиля напротив бульвара Варадеро и отправляемся на прогулку. Город просыпается, открываются магазинчики и кафе, на улицах появляются ранние туристы, то ли уже выспавшиеся, то ли еще не ложившиеся спать. Мимо проезжают старинные автомобили, современные машины и конные повозки. Кажется, будто попал куда-то в 50-е, когда Куба тесно дружила с Америкой. Если нужно поменять доллары или евро на песо, то сделать это можно на улице, почти возле каждого сувенирного рынка. Менялу легко отличить по пухлой поясной сумке. Актуальный курс есть в интернете, только смотрите не банковский, а не официальный, он гораздо выгоднее. В Варадеро хватает интересных мест для прогулки. Первое на нашем пути – парк Хасоне, построенный еще в 1942 году. Тяжелые ворота скрывают за собой настоящий оазис, шикарные сады с огромным количеством цветов и деревьев. Посреди парка раскинулось небольшое озеро с дикими птицами, которые живут тут почти круглый год. Можно пройтись по ажурному мостику, можно взять на прокат лодку или катамаран, можно посидеть на берегу в кафе и выпить пару коктейлей. Дальше по главной улице Варадеро, Авенида Примера. Тут друг за другом и дом кофе, и дом Рома, и знаменитый снэк-бар Кайе-62, и тот самый бар Битлз. По дороге можно выпить вкусную пинаколаду, чтобы гулялось еще лучше. Если свернуть с первой авениды на Авенида Плая, то практически сразу попадаешь на общественный пляж. К слову сказать, длина песчаной косы здесь примерно 22 километра. Ходить не переходить. Красивые виды на океан открываются и с импровизированной смотровой площадки Парадор Фотографико. Многочисленные кафе и ресторанчики на центральной улице встречаются на каждом шагу. Везде предложат и лангустов, и мохито, и вкусняшки из местной кухни. К оплате принимают доллары, евро, песо. Песо платить, кстати, дешевле всего получается. Если уже
уже устали ходить, а посмотреть город еще хочется, прыгаем на турбаз или ловим извозчика, который покатает вас по улицам, покажет интересные места, расскажет, что и как называется. Почти в самом конце туристической части Варадеро находится интересный ресторан «La Casa de Al». Раньше здесь была летняя резиденция известного мафиози Аль Капоне. По легенде, во времена сухого закона он использовал виллу для хранения нелегального алкоголя, который в дальнейшем переправляли контрабандой в Америку. Об этом посетителям сообщает и запись при входе в ресторан. Некоторые считают, что Аль Капоне никогда не бывал в этом доме, а вилла просто использовалась как склад алкоголя, казино и публичный дом. В наши дни дом Аль Капоне популярный у туристов места, в том числе благодаря удачному расположению прямо на пляже. Обедаем в другом раскрученном ресторане Варадеро – «Терраса Куба». Ценник выше среднего, еда и обстановка на любителя. Морские гады присутствуют, но не вау, не зашло. После обеда мчим дальше исследовать город. Официальной датой основания курорта Варадеро считается 5 декабря 1887 года. 10 богатых местных семей тогда получили разрешение на строительство фазенд для отдыха. В 1915 году в Варадеро появился и первый на побережье отель, положивший начало становлению курорта с самым большим на сегодняшний день числом высококлассных гостиниц на Карибах. Чему это я? А к тому, что тут можно найти очень красивые особняки. Вот, к примеру, так называемая вилла Дюпона, которая построена в 1930 году после того, как американский миллионер с французскими корнями Рен Дюпон приобрел за бесценок 180 акров земли. Это была почти вся территория полуострова, поэтому Дюпона иногда называют основателем курорта Варадеро. Здесь он выстроил свой особняк к Санаду. После Кубинской революции виллу, как и множество других частных особняков, национализировали. Обустроили ресторан, а поле для гольфа расширили и превратили в полноценный гольф-клуб. В таком виде он и дошел до наших дней. В Варадеро есть еще несколько интересных мест, куда можно доехать своим ходом. Особенно популярен гигантский кактус, который, по легенде, видел еще Колумба. Ориентир – отель «Валентин Эль Патриарка». Там же рядом находится экопарк Варейкака с живописными пещерами. Наскальные рисунки и летучие мыши прилагаются. А мы уже город обошли вдоль и поперек. Теперь точно не заблудимся. Что бы вам ни говорили, Варадеро безопасно. Здесь спокойно можно гулять, не боясь быть обворованным. Если, конечно, не светить направо и налево дорогими вещами и пачками денег. И все же впечатления остаются неоднозначными. С одной стороны, это милый курортный городок, несколько улиц, куда можно выбраться погулять пару раз для разнообразия. А с другой стороны, Варадеро настолько сильно заточен под туристов, что цены взлетают в небеса, а реально хорошее место найти уже сложно. Остается обычная попса для неискушенных. И, конечно, это не настоящая Куба, а всего лишь ширма для туристов. Настоящее будет дальше.